20-летняя Айнур Аламбергенова с редкой болезнью крови нуждается в помощи. В октябре прошлого года врачи поставили молодой девушке страшный диагноз – анемия тяжелой степени. С того самого времени она проходит лечение в одной из алматинских клиник. Но этого недостаточно. Пациентке срочно требуется пересадка костного мозга. Счет уже идет на дни. С просьбой о помощи родные Айнур обращаются ко всем неравнодушным казахстанцам. 20-летняя Айнур Аламбергенова с трудом передвигается и почти не встает с постели. Девушка очень слаба. В любой момент у нее может открыться кровотечение. Вот уже 10 месяцев Айнур периодически проводит в больницах. У нее редкая и очень тяжелая болезнь крови – апластическая анемия. Апластическая – это значит, костный мозг не вырабатывает кровь в достаточном количестве. Если у здорового человека идет где-то соотношение действенного жирового костного мозга, то есть который работает и который не работает, в среднем 60% на 40%, 50% на 50% – это норма, то у нее 95% к 5%. То есть всего 5% у нее рабочего костного мозга. Болезнь буквально за пару месяцев подкосила молодую и жизнерадостную студентку. Тело покрылось синяками, появилась одышка, головокружение и слабость. Сейчас хоть как-то поддерживать состояние пациентки помогают ежедневные переливания крови. Девушка нуждается в срочной пересадке костного мозга. Но такие операции пока делают только в столице. Прогноз плохой, совсем плохой. Ожидается, сказали. Вот я вот в апреле месяц мы отправили по месту жительства. Ответа нету никакого. Куда? В Астану. Я не могу туда пойти, не могу. Куда бы Минздрав отправить. А тем временем счет уже идет на дни. Родные разузнали, что дочери могут помочь и в Германии. Но денег, чтобы оплатить дорогостоящую операцию, у них нет. С просьбой о помощи в сборе средств родители Айнур Аламбергеновой теперь обращаются ко всем неравнодушным казахстанцам. Айна Шундерис, Шухрат Акчурин, 7 канал, Алматы.